Thank you.
здесь можете на нее не обращать внимания, я посмотрю. Надо уберу. Не надо, он Олега возьмет, любитель. Че, кидать шарай? Режут таких чужих материалов.
Я рядом. Спасибо.
один шум делал. После своей кассы он фильм «Мил чужого»? Да. Конечно, я считаю. Представляю, что думаю. Было, нет? А? Я забил тебе. Владимир, иди подойди. Нельзя свой сбивать с руки. Человек с руки. Но это же, он же не прямой. Ну и что? Чужого не забил. Я бил с руки. Своего. Нет, чужого. Ну, он там, дураком. Ну, все, ну, дураком нельзя своего. Неправильно забитый шар выставляет свою точку от чужого, а соперница. А он чужого это не забил. А, не забил чужого? Забил чужого. А, забил чужого. А, чужого. Ну, раз его все равно забил, он считается неправильно забитый шар. Чужой выставляется на точку забитый. Ну, это вообще пиздец. Правильно? Ну, спортивные правила. Какие правила, да? Я смысл. Не дураков, ничего. Такие правила спортивные вообще. Я вот на картам ты играешь случайно, да? И получается закатываешь то же самое. На картах понятно. В смысле понятно, ты тоже дурак. Нет, когда заказ отбираешь, ты играешь, что-то. Фух.